Ко мне позвонил мой папа, который служит в молитвенной линии. Он по телефону просто молится за людей и говорит: «Инна, у меня сломался телефон. Все, я не могу служить. Все, поэтому давайте меня убирайте с этой линии». Я говорю: «Ну, убирать не будем». Говорю: «Во-первых, есть магазины, где продаются телефоны. Во-вторых, говорю, есть ремонтные мастерские. Давай начнем с ремонтных мастерских». Я ему рассказала несколько мест, куда мы можем отнести, как мы можем это сделать. Он меня внимательно выслушал и говорит: «Ты мне долго еще будешь рассказывать? У вас там, говорит, происходят технические чудеса. Бери и молись за мой телефон». И знаете, меня как просто осенило. Думаю: «Ну, мы молодцы, как бы обошли уже всю землю вокруг, только забыли помолиться». Я говорю: «Хорошо, бери свой телефон, прикладывай его к другому телефону, я буду молиться». Я помолилась, и папа мне в трубку кричит: «Инна, работает телефон!» А он у меня просто шутить любит. Я говорю: «Ты шутишь, наверное?» Он говорит: «Ну ты чё, работает телефон!» И слава Господу, он работает по сей день.